Na poziv Saveta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke i narodni poslanik Aleksandar Šešelj je učestvovao na 5. Međunarodnom humanitarnom livadijskom forumu na Jalti. Forumom je predsjedavala Valentina Matvijenko, predsjednik Saveta Federacije. U svom obraćanju Šešelj je istakao da Srbija nije uvela sankcije Rusiji koja štiti teritorijalni integritet Srbije. Спасибо, уважаема Валентина Ивановна, уважаеми Сергей Валерьевич, уважаема Ольга Юрьевна. Я уже четвертый раз в Криму и всегда думаю, что я дома в Криме и в России. Наши два народа связывают наше славянское происхождение, наша вера, история, культура. Сербы в России и русские в Сербии всегда чувствуют себя как дома. В течение 19 лет и цветной революции в Белграде на Сербию оказывается давление, чтобы отделиться от России, но безуспешно. Россия и Сербия частные союзники. Россия защищает территориальную целостность Сербии и помогает Сербии бороться за сохранение Косова и Метохии в Сербии. Сербия – это единственная страна на Балканах, которая не ввела санкции против России и никогда не будет противостоять России. Сотрудничество между нашими странами развивается прежде всего в энергетической и военной сфере и все чаще в культуре и экономике. Русский фильм становится все более популярным в Сербии, а уже несколько лет в городах Сербии организуется манифестация «Бессмертного полка», которая становится все более массовым. В течение многих лет в Белграде работает русский дом, продвигая русский язык и русский культурный контент в Сербии. В Сербии активно существует сербско-русский гуманитарный центр, который сыграл важную роль в спасении людей в Сербии от наводнений и пожаров. Моя партия, Сербская радикальная партия, активно выступает за создание еще такого центра в районе Воеводины и предоставление членам центра дипломатического статуса. В конце года в Сербии будет создан филиал организации «Друзья Крыма» с целью популяризации и утверждения российского Крыма и организации культурного и экономического сотрудничества. Aleksandar Šešelj je dodao da treba da saznamo i više jedni o drugima, da razvijamo program razmene studenata i da radimo na učenju ruskog i srpskog jezika, kao i da razvijamo saradnju i prijateljstvo za budućnost.